Здравствуй, дорогой зритель. Представляю вам новинку – оригинальные ТВС-наушники Defunk TrueTalk, которые идеально подходят для разговоров благодаря современным технологиям, которые воплотились в этой гарнитуре. У них встроенный датчик костной проводимости и технология шумоподавления Pure Voice, что в переводе с английского означает «чистый голос». Фирма Defunk – это шведская компания, и она давно занимается изготовлением качественных гарнитур. И вы, как наши постоянные зрители, уже об этом знаете, так как у нас не первый обзор на гарнитуры Defunk. Вы на техноканале Зыграчики Обзоры, с вами Сергей. Приступаем к обзору и особенно тестам. Гарнитура Defunk TrueTalk идет в классной упаковке, имеет 2 года официальной гарантии, и если у вас что-то сломалось, что-то вы не знаете, как настроить, вы всегда можете написать в службу поддержки клиентов. Ссылку я оставлю в описании, и ребята вам всегда заменят ее без проблем. В комплекте идет инструкция, кейс с гарнитурой, кабель для зарядки и 2 сменные спортивные насадки среднего и большого размера. Компактный надежный кейс выполнен с закругленными краями. Благодаря встроенному аккумулятору в кейс наушники могут проработать до 20 часов. На кейсе имеется 4 отверстия с индикаторами, которые оповещают о количестве заряда. Наушники от кейса заряжаются чуть больше 50 минут, то есть меньше часа, что очень здорово. Крышка откидная с фиксацией и имеется прорезь на кейсе для того, чтобы ее открыть. Реально в руках чувствуешь качество, на ощупь приятный софт-тач, нет никакого глянца, только качественный материал. Используя их в повседневной жизни, при извлечении из корпуса гарнитуры не возникало никаких сложностей. С легкостью достается и точно так же возвращаются. Есть подтягивающий магнит. Сами наушники не выпадают, когда даже кейс открыт. Стоит отметить, что гарнитура не вакуумная, а имеет форму вкладышей. И благодаря уникальному дизайну мультитип, основанному на анализе потребителей, эти наушники обеспечивают надежную фиксацию и, скажу честно, не чувствуются в ухе на протяжении всего дня. Они вам никуда не давят, сидят комфортно. Ну а если вы решили заняться спортом, то тогда вам пригодятся специальные спортивные амбушюры. И какие бы вы движения тогда уже не делали, прыгали, скакали, бегали, они все равно будут держаться крепко в ваших ушах. В нижней части лепестка находится отверстие, это основной микрофон, а также отчетливо видны 2 контакта для зарядки. Но микрофон здесь не один. Вспомогательный микрофон находится в верхней части гарнитуры. Он улавливает любую вибрацию, которая появляется у нас во время разговора. По сути, он считывает информацию, которая у нас передается по костям. Современные технологии действительно поражают. И если это раньше было на грани фантастики, то сегодня это вполне реально, когда звук считывается с наших костей, а внешние шумы остаются за пределами. Но задействован еще один датчик костной проводимости, о котором я говорил в начале, Pure Voice. Он фиксирует вибрации движения челюсти во время разговора, и алгоритмы шумоподавления внешней среды, ENC, фиксируют ваш голос и всего шума, полученного внешним микрофоном, и передают его собеседнику кристально чистым, заглушая при этом фоновые шумы. Другими словами, умный процесс вычисления позволяет оставить только ваш голос, а все внешние шумы отсекает. И дальше мы будем это тестировать. Управление здесь полностью сенсорное, именно эта часть отвечает за прикосновение. Одиночное касание – это управление громкостью. Двойное касание ставит на паузу, а если нажать и удерживать, то происходит переключение трека. А тройное прикосновение вызывает голосовой помощник. Во время поступления звонка в гарнитуре слышен рингтон. Чтобы ответить на звонок, нужно также сделать двойное касание. Ну а чтобы завершить звонок, точно так же двойной тап. Как по левому, так и по правому наушнику касания идентичны. Гарнитура совместима со всеми Bluetooth устройствами. Причем без разницы, какая операционная система. Главное, чтобы был Bluetooth. Кстати, в этой гарнитуре Bluetooth версия 5.2. Один из самых современных. При подключении к моему смартфону система выдала сообщение, что наушники поддерживают кодеки AAC и SBC. Кодек APTX не поддерживает. Звучание у гарнитуры великолепное. Послушайте. Теперь давайте проверим звук на синхронность. Вначале послушаем звук на самом смартфоне.
Теперь, подключив гарнитуру, послушаем звук через нее. Есть допустимая задержка, но она несущественная. Смотреть фильмы однозначно подойдет. Вначале протестирую помещение в тихой обстановке, перед тем, как выехать в более шумное место. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Шуршу справа, шуршу слева. На данный момент этот главный, и он передает звук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тесты в обычной спокойной обстановке. Сейчас переносимся на более шумное место, на улицу. Синхронизация звука 1, 2, 3. Ну что, я уже фиксирую. Я в наушниках, слышно ветер. Хотел бы, чтобы вы ощутили, как записывает. Реально, встречный ветер, шум. Как меня слышно, помогает ли он? Я, благодаря тому, что наушники не вакуумные, слышу все, что происходит вокруг. Очень хорошо слышу. Направляюсь в шумное место, чтобы мы смогли там все это протестировать. Отъезжаю к ЖД вокзалу, я уже рядом. И хочу убедиться, что шум, который будет в городе, обычный шум города, он не будет мешать во время разговора с собеседником. Друзья, моей ошибкой было то, что я тестировал против ветра. Сейчас я тестирую, как обычно, за ветром. Ну, то есть вы услышали самые экстремальные условия. Сейчас я тестирую наушники уже в обычной обстановке шумного города. Скажем так, вы ведете беседу у дороги, транспорт проезжает. И на ваших глазах происходят тесты. Думаю, что этот тест был финальным в шумной обстановке, который показывает, что с легкостью справляется со своей задачей. Специальная костная система передачи голоса. О! Не только по микрофону, а и с помощью специального алгоритма сведения, так сказать, звука, костная проводимость. Ну а теперь давайте подключим эту гарнитуру к компьютеру и проверим качество звучания в программе Zoom, в программе для видеоконференций. Я убедился, что основным микрофоном выбрана именно гарнитура Defunct TrueTalk, и приступаем к тестам. Сейчас звук вы слышите именно на эти наушники. Шуршу здесь, шуршу здесь. Так, слышно? Проверка микрофона. И это хороший показатель, что их можно использовать со всеми устройствами. Телефоном, конечно же, с ноутбуком, с макбуком, с айфонами, айпэдами или же со смарт-часами, как вы сами уже это видели. Звук вы слышите, запись была сделана в Zoom'е и выложена для вас. Сейчас проведем еще один эксперимент. Я установил специальный рекордер, который использует внешний микрофон нашей гарнитуры, тестируемой в обзоре. Defunct TrueTalk. Это хорошая возможность услышать самый чистый звук, который улавливается, и я попытаюсь сейчас вам это продемонстрировать. Включил запись. Сейчас видно по индикатору, что идет запись. Шуршу справа. Шуршу слева. Левый сейчас не работает. И в этот момент я просто вот хожу по комнате. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тестирую, как меня слышно. Веду обычную беседу, то, что рядом происходит. И сейчас я попытаюсь взять в руки какой-то пакет. Возьму пакет с кофе. 1, 2, 3, 4, 5. Я продолжаю вести беседу. У меня установочка, правда? Это довольно явное, сильное испытание. Теперь возьму обычный пакет. Вот такой вот. Что вы слышите сейчас? Мешает ли это нашей беседе?
и отражаться это как-то на разговоре. И возьму вот такую вот еще у Алёши какую-то коробочку с водичкой. Попытаюсь создать какие-то вот такие шумы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Проверка микрофона. Я не разговариваю вообще. Сейчас разговариваю. Ну что, проверили? Отлично. Итак, запускаем первое включение. Я достаю из кейса наушники. И на данный момент они должны уже подключиться. Активно 100% заряда у них. И устанавливаем громкость 80%. Хоть и не на максимальную громкость, но это поможет определить средний уровень громкости. На 50% было бы не то. Время 16:23. Заходим в YouTube Music и запускаем музыкальные треки. Итак, делаю паузу и проверяю, сколько здесь заряда в наушниках. У нас 21:40 сейчас, 20%. Продолжаем тесты и поделюсь, сколько всего. Только что отключились наушники, 22:15. Это у нас получилось 5 часов и 51 минута. Проработали наушники на 80% громкости. Но есть одна особенность. Левый наушник перестал работать еще 10 минут назад, как выяснилось. Он отключился раньше. Я его запустил, он проиграл еще около 1,5 минуты и опять отключился. Правый же продолжал играть. Ну, как бы чуть больше взял заряда. Это несущественно, все равно отличный показатель, на мой взгляд. А что думаете вы? Ведь производитель заявил, что они проработают около 4 часов, а у нас проработали даже больше, что говорит о еще лучшем качестве. Стоит также отметить, что данная Bluetooth-гарнитура не боится капель пота, капель дождя или пыли, так как имеет защиту IPX4, а значит данная гарнитура готова на суровые вызовы, которые могут преподнести тренировки или же обычные житейские будни. На момент обзора цена этих наушников с хорошей скидкой. На сайте Розетка их можно приобрести за 2699 гривен. И я уже читаю здесь очень много положительных отзывов. Конечно же, оставим там и мы свой. Кстати, модель доступна еще в белом цвете. Рад был поделиться обзором на эту новинку. Буду рад узнать ваше мнение. Если вы случайно попали на канал Зыграчики Обзоры, не забудьте подписаться. До встречи в новых видеопроектах. С вами был Сергей. Пока.